Привет, я не знаю, слышно меня или нет. Это начало или конец влога. Но я переехал после года жизни со своими родственниками в Барселоне. Я приехал в новое место и живу возле Валенсии, между Барселоной и Валенсией, со своими знакомыми, друзьями. Но они сами скажут, кто они мне, поэтому я сижу сейчас на пляжу, катаюсь на такой штуке, смотрю на грозу, дышу солтер. Растов Йодор. И сейчас август. Короче, у меня август май. Друзья, сейчас вот я сижу, и произошел харассмент, ко мне какой-то мужик приставал. Он что-то по-испански говорил, стоял, не уходил долго. Я думаю, что, блин, что-то не то, очень странно. Мне было немножко стрёмно. Хотя он выглядел безобидно, и типа, ну типа, он не такой крупный. В итоге он что-то там говорит, потом что-то я сижу, он говорит, ты футболист, присаживается на корточке, а я на качеле сижу. И типа, начинает меня за ногу трогать, я такой, типа, отсаживаюсь, и он такой, сори, уходит, блядь, пиздец просто. Харассмент Марина Дор, все. Беженство из Испании, еду в США. Всем привет, MTV, мы приехали в новый дом, теперь мы живем, я живу здесь, вон, у нас есть бассейн, море, но это я вам покажу потом. Начинаем этот влог. И так вот дело, типа, поехали. После покраски такие волосы, мы идем сейчас, я надеюсь, у меня нормальный микрофон, идем на море купаться, надеюсь, не холодно. Так вот у нас красиво. А вот тот самый африканец. Не знаю, какую песню сейчас. Ну, пошли сюда, тут много людей. Вот столько людей. Кстати, вон акулы плывут. Всем доброе утро, начинаю наш новый день. В общем, возвращаюсь в магазин, а у нас здесь какой-то мероприятие происходит непонятное. Какой-то детский сад решил устроить. Сейчас узнаем у соседей, в чем дело. Пошли на утренник. Какой? Короче, сейчас. Всем привет. Блин. Короче, ребята, мы едем в Лидл на велосипедах. Час езды в другой город. Приключения. Надеюсь, мы туда попадем. Надеюсь, все получится. Ну, поехали. Товарищ немножко упал, но живой, к счастью. Открыли новую локацию.
Ребята, мы в шоке, это очень красиво, мы здесь впервые. И смотрите, сейчас я переверну камеру. Привал. Закупились. Ну как закупились? Скидки Lidl по карте делают чудеса. Это не реклама. Так жалко телефон. Ничего страшного. Это телефон. Главное, что ты жив. Да чего вам цену-то ничего не случилось? Ну, хоть часы не разбились, да? Хоть часы не разбились. Потому что я вот так рукой прям. Это я даже не помню, как я упал. Покупаем новое стекло. Закупились во втором магазине. Едем домой. Велосипед орёт как крик. Всем привет, друзья. Мы встали. 7 утра, чтобы поехать в Валенсию для того, чтобы сделать проездной для валенсийского транспорта. В четвертый раз. И чиксы идем на маркет. Надеюсь, он там будет. Только там нужна наличка. Или нет налички. Может, там банкомат. Получили карту спустя 4-й раз. Наконец-то. Там. Спрашивали показать местные маркеты. Ну, надеюсь, мы что-нибудь найдем интересное. Смотри, о, уже рубашка, смотри. Вот, я искал, ну, похоже, что-то такое искал. Все, смотрим. А, ты это снять умеешь? Слушай, ну... Feeling really down. Have a care. Чтобы узнать шоковый секрет, что случилось дальше, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.